6.07.2020 года в 16.05 поступило обращение на участок номер 6 ЖКС Портофранковский относительно того, что по улице Манежной, дом 34, квартира номер 1, было обрушение, произошло обрушение. Обрушение чердачного перекрытия. В 17.00 сотрудниками участка вместе с сотрудниками ЖКС произведено обследование чердачного помещения и установлено, что произошло обрушение балки, подшивки и дранки. Площадь обрушения составила 28 квадратных метров. Это составило две жилые комнаты. Первая 19 квадратных метров и вторая 9 квадратных метров. Общие характеристики дома. Год постройки до 1917 года. Является памятником архитектуры. Этажность дома 4, количество флигелей в доме 3. Обрушение произошло в левоворотнем флигеле на четвертом этаже. Лицевой счет, по лицевому счету прописан один человек. Всего расположено в квартир в парадной 4. В списках аварийных и ветхих не значится. Дом с центральным отоплением, система слита, находится без воды. Отключение света и газа во всем доме не требуется. Всего лицевых счетов в доме 55, из которых 41 самостоятельные и 7 коммунальных. Всего общее количество проживающих в доме 108 человек. Пострадавших людей в доме нет. В данный момент происходит очищение помещения от бытового мусора для доступа в комнаты, где произошло обрушение. После того, как доступ будет предоставлен, будет заменено перекрытие и восстановлено внутреннее состояние квартиры.